Открытие главной елки республики прошло в Махачкале. Зеленая красавица загорелась разноцветными огнями на радость жителей столицы. С наступающим праздником дагестанцев поздравил первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов. Он рассказал о мероприятиях, которые будут проходить в Махачкале. Поздравляем с Новым годом. Новый год – это новые надежды, новые стремления. Чтобы все у вас в следующем году получилось. С праздником! Эти все дни на площади Ленина, на проспекте Гамзатова будут гуляния, будут мероприятия, будут наши артисты. И мы надеемся, что погода будет чуть лучше. А в новогоднюю ночь здесь будет праздничный фейерверк. Дорогие друзья, с праздником, с наступающим Новым годом! На открытии елки прошла премьера спектакля-мюзикла «Новогодние приключения Маги и Пати». В нем приняли участие более 400 детей. Собравшихся порадовали национальными танцами, песнями и, конечно, счастливым концом новогодней истории.